Всем привет, с вами Диана Дьян. И сегодня у нас такое видео. Мои покупки из Алиэкспресса. Вот. И значит, первое, что я вам покажу, это мое любимое. Катарок я его называю. Короче, вот такое вот подушечка. Вот. Подушечка без наволочки, это сразу такая подушечка. Вот. Стоила где-то около 10 евро, может даже больше, я точно не знаю. К сожалению, я не могу оставить ссылку в описании на вот эти вещи. Ну ладно, приступим к следующей вещи. Вот такая вот наволочка. А подушка мама сама делала. И, кстати, ребятушки, эта подушка появлялась уже в видео с пайетками, так что я оставлю это на это видео ссылку в описании. Вот, значит, фиолетовая и голубая. Приступим дальше. Вот такая подушечка. Она тоже появлялась в пайетках. Половина из того, что я покажу вам сегодня, тоже из пайеток. Вот, значит, вот так. Это из прошлого видео. Дальше. Как андюлька. Вот такая и вот такая. Дальше. Майнкрафтовский котик вот такой вот, миляшки. В общем, дальше. Короче, следующее это... Извините, пожалуйста. Следующее, это вот такой вот пистолетик, автоматик скорее. Вот такой вот. Он стоил в районе 8-9 евро. Кстати, вот эти вот все наволочки стоили где-то около 1-2-3 евро. Вот так вот. И последнее, что я вам хочу показать, опять-таки наволочка. Одна наволочка мне до сих пор не пришла, которую я заказывала. Но это, в общем, такая... Ну, я это назову иллюзия. Значит, вот. 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 И со всех сторон одинаково. Вот. И, кстати, вот эти вот такие видео, типа обзоры, видимо, будут маленькие очень. Ну, ладно. И на этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На видео с пайетками я оставлю видео в описании. Точнее, на видео с пайетками я оставлю в описании ссылку. Вот, и сможете это посмотреть, если, конечно, захотите. Ну и да, если захотите, то посмотрите. А вдруг они это не захотят? Ну, я думаю, что захотят, конечно. Короче, давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока!